Больше всего меня поразили заголовки нашей желтой прессы. В центре Москвы корова съела будку ГИБДД. Одна из кошек Куклачева забеременела от хозяина. Дальтоники не различают холодную и горячую воду. Децл закрылся в церкви и ждет прихода. Самокат убил четверых. Кто стоит за Ермолаевым? Кто такой Ермолаев? После секса укорачиваются ноги. Подгузники-людоеды. По улицам Питера ходит клей и нюхает людей. Братья Гримм все придумали. Джордж Буш адекватен. После паспорта укупник съел все архивы НКВД. Принц Монако, князь Молдавии. Тухлое мясо на таможне ищут специально натренированные мухи. Только лучшие выступления. КВН. Высший балл. По будням в 18:30 на Перце.